Послушай, приятель, я инженер, и я решаю проблемы. Но не такие, как «Что такое красота?», например. Отвечать на такие вопросы – прерогатива индивидуального мировоззрения каждого. Я решаю практические проблемы. К примеру, как мне одолеть какого-нибудь нечисто плотного мерзавца, который покушается на мою жизнь в моем неведении? Ответ. При помощи оружия. А если оно не помогает? При помощи оружия посерьезнее. Такого, как эта крупнокалиберная малышка на треножнике, которую разработал я. Забрал я. И не дай бог, в ее прицеле окажешься ты.